Первый городской открытый фестиваль «Рязанская книга» собрал в Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина почти весь цвет пишущей интеллигенции. Рязанские литераторы, издатели, библиотекари знакомили жителей с местными изданиями. На фестивале «Рязанской книги» работала целая выставка-ярмарка библиотек и издательств. В Рязанской области регулярно выпускают художественные сборники, краеведческую литературу, уникальные книги о выдающихся людях региона и детскую литературу. Как говорят сами рязанские читатели, Рязань – это литературный город. Живя вот в этих современных условиях, мы очень часто говорим о цифровизации, о диджитализации, о современных технологиях. Но самое важное вот в этот период не потерять те ценности, которые на протяжении нескольких веков вообще влияли на становление общества, на его духовность. И мне кажется, вот к такой ценности можно отнести печатную книгу. Вот уже Татьяна Николаевна правильно сказала о том, что печатную книгу не может иметь ничего. И, конечно, вот такие мероприятия, как фестиваль «Рязанская книга», они позволяют популяризировать печатную книгу, чтение. Оно позволяет популяризировать и продвигать наших рязанских авторов, наших издателей. И это прекрасная площадка для коммуникации как раз-таки наших авторов, издателей и тех читателей, которые выбирают эти книги. На открытии фестиваля с творческими номерами выступали рязанские писатели и поэты. Также глава муниципального образования Татьяна Панфилова отметила, что никакое электронное издание не сможет заменить тепло бумажной книги. Сегодня вот так замечательно, значит, у нас и присутствуют наши как раз люди, которые тесно связаны с рязанской литературой, с рязанским поэтическим и художественным словом. Это очень важно для нас, важно, чтобы эта нить, связующая времена и наших деятелей культуры, продолжалась, процветала. И замечательно, что у нас есть теперь такой в Рязани центр. Давайте пропагандировать это, давайте писать, давайте восхищаться. Сахи холодный ветер несется, едва ладони я отогрел, но вновь над Константиновым солнцем на третье число в октябре. Фестиваль продолжился открытым микрофоном, дефиле в народных костюмах, концертом «Литературная провинция» и поэтическими встречами. Как говорят организаторы фестиваля, что в будущем фестиваль «Рязанская книга» станет ежегодным и будет собирать авторов, издателей и поклонников рязанских писателей. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».